Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня речь пойдет о комплектации замков и цилиндров, стандартной комплектации, модели двери «Монолит». В стандартную модель «Монолит» входят два замка разных типов, это сувальный и цилиндровый, которые, напомню, имеют прямую зависимость, это цилиндровый замок перекрывает ключевое отверстие сувального. Это наша фирменная разработка. Теперь я расскажу, что при монтаже получает заказчик. Заказчик получает от верхнего замка комплект из 5 ключей, которые запакованы в заводской упаковке, от верхнего замка. И получает дверь, в которую установлен временный цилиндр на период проведения ремонта с 5 ключами. И постоянный цилиндр в заводской упаковке, который будет установлен после проведения ремонта уже в чистые условия. Объясню, почему два цилиндра. Можно было бы, в принципе, обойтись, было бы проще поставить цилиндр с перекодировкой и якобы решить все проблемы. На самом деле проблемы решатся только у компании, которая это вам поставила, дверь с таким цилиндром, потому что к окончанию ремонта цилиндр, поверьте, вы это сами в этом убедитесь, будет полностью набит пылью. И срок эксплуатации этого цилиндра будет уменьшен несколько раз. То есть вместо того, чтобы цилиндр проработать 10, 15 и больше лет, он от силы проработает 5 лет. А как показывает практика, это год, два, и все, цилиндр можно выбрасывать. Поэтому, повторю, дверь поставляется с временным цилиндром, с 5 ключами, которые вы можете раздать строителям, архитекторам, дизайнерам, мебельщикам. То есть 5 ключей будет вполне достаточно. А после окончания ремонта вы вызываете нашего специалиста и устанавливается уже постоянный цилиндр, который вам вручается при монтаже двери. Он у вас будет храниться. Поэтому, конечно, его можно и самостоятельно заменить. Это абсолютно несложная операция. Для этого выкручивается торцевой винт примерно на 10-15 оборотов крестовой отверткой. После чего этот винт вдавливается, извлекается временный цилиндр и в обратной последовательности ставится постоянный, и в обратной последовательности все собирается. Единственным условием такой замены служит то, что ригеля должны находиться в замке, ни в коем случае они не должны из него выступать, так как замок имеет блокировку и вам произойдет блокировка замка. Поэтому для этого лучше вызвать нашего специалиста, и он это очень быстро это все произведет, эту замену. Так что обращайтесь, если вам нужна будет дверь под заказ, как по размеру, так и по дизайну, с хорошей комплектацией замков, цилиндров, защит, обращайтесь. Всего доброго.